Доброе утро, страна! Кто проснулся в 4 утра? Кто проснулся в 4 утра? Коля, ты проснулся в 4 утра? Я проснулся в 4 утра. Тут мы. Едем в Сочи. Посмотри на меня. Мне с горки посмотри. Да, снег видно, стёпы видно. Ну что, мы подъезжаем к Лоо. Будем скоро выходить. Да, на видео. Как мы едем, едем. Магнит, я вижу магнит. Блин, как классно. Сходим в магнит. Да, Сочи. Батарея. Нас уже заселили, у нас 221 номер. Вещи оставляем. У нас тут, правда, еще не убрано, так что мы еще ждем. Мама! Ждем, сейчас у нас тут уберут. А еще чья-то карточка. Пошли это. Теперь нам с Гришей еще надо подождать, пока уберут наш номер. Уже 12. И мы ждем. Карточки уже должны нормально работать. Ну, пока работает. Да. Это макет, да? Ну, это аквапарк. Вот корпус, и нам из окна видно вот это два. Угу. И еще аквапарк. Так, мы вышли на прогулку. Не знаю, да что-то какой-то кустик. А вот роза, да? И вот роза красная, да. Какая красота, тут еще один кустик. А вот мы бы здесь бы вышли, Башка Галя, с каких-то вот этих ступенек. Еще один блогер. Ой, какая красота, море. Идем в ресторан Янтарный. Он находится аж там, где улица. Нам нужно будет постоянно идти через улицу. Завтрак, обед и ужин. Но к морю я готова. Идем теперь в этот Янтарный. Он такой маленький. Да почему? Я не знаю. Вот там, стой, помнишь, Вера, вон. Так, ну что, мы можем сказать здесь про Янтарный. Он нам не айс, да? А выпечки не... Короче, очередь большая, еды мало. Вот как бы два недостатка. Людей много, а еды мало. Два ненаевшихся человека, просто еды мало. Со второго раза только нам удалось что-то достать еду. Все остальное, все пустое прям. Так, сейчас заходим в номер. Не надо ничего давить, просто несколько раз, еще раз. Вот, теперь открылось, да? Все, заходим в номер, у нас 221. А у нас на каждого по два. Так, здесь нам свет надо включить. А, все, включен, да? Так, значит, заходим, у нас плитка, мне это не нравится. В других номерах ковролин, у нас второй год уже плитка. Надо шарик, ходить в обуви. Так. Что у нас еще? Две кровати, тумбочки. В прошлый раз было кресло, сейчас его нету. Тумбочки такие тоже, ну, как бы не принципиально. Мы же это здесь только ночевать будем. И балкона у нас нет, да? Кстати. А я бы хотела выходить на балкон. Ну, вид у нас красивый. Итак. Вот зато близко идти. Вот сразу здесь уже тренировки будут. Вон море видно. Давай. Так, мы сейчас выбираем экскурсию. Здесь что такое? А где группа эта? Открой Сочи, да? Да. Ну какой-то красивый. А не одинаковый. Ой, идеально. А какую я смотрела, где там было другое? Вот это. Да, думаем еще. В океанариум 800, правильно? А плюс вот вход в океанариум. А это морской зоопарк? Не знаю. А он где? Мы сейчас пойдем с Дианой в спортзал. Ничего не изменилось. Даже, по-моему, тетенька, которая сидит там в спортзале, она та же, была в том году. Ну, знаете, стабильность тоже хорошо, да? Сейчас общая тренировка. Возможно, это Боня. Богдан, вон тот, да. Да. А вон Гриша рядом получается, да? Или нет? Наверное. Нет, нет. Вот Гриша как раз через вот, один, да. Вот
Угу. Вон, Бодя, я вам вижу. Угу. Ты, Богдана, как узнала по прическе? Да, потому что, во-первых, сидел вот так вот криво косо непонятно, и причесон, он единственный белым рысый, и непонятно, что на голове. Идем теперь в номер. Купаться. Купаться, да. Еще у нас сегодня кино-тренер, да? 9:30 Кино 9:30 Да, мы сейчас с Гришей выходим. Идем. Тра-да-да-дам. У нас тут тележка с уборщицей. От уборщицы. Да. Она у меня в рюкзаке. Все, мы сейчас идем на ужин. Зоя пришла на ужин. Садитесь. Тут же каратисты были, Баш, когда. Уже настоящие каратисты. Да. Зоя, да, Зоя. Ир должен знать, что я ем. И йогурт. Йогурт. Зоя продолжает спать. Ты кому, Марго? Башки Ине? Вот тут я поняла. Теперь все в кино. Бежим. Ой. Всем привет. Вы зашли на этот канал. Смотрите «Долго и Гриша». У него есть свой канал. Будет ссылочка в описании. Я хочу чуть-чуть елу, да. А вот еще с инжиром и фундуком. Тут, походу, целый инжир, да? С грецким орехом. Уже 12 часов. Фильм, конечно, выбрали супер. Тренер, но он такой долгий вообще. 2.5 часа же длится, поэтому мы вот так вот только 12 часов ночи вернулись домой. Все, сейчас умываться, спать, завтра 8:15, завтрак. Вот, и потом не знаю, что там у нас сейчас завтра по плану. В общем, и тренировки разделены на две части. Первая тренировка и вторая. И аквапарк тоже разделен, поэтому завтра и послезавтра 2 дня аквапарк. Не знаем, в какой мы части. Как тебе, Григорий, какие впечатления от первого дня? Устал? Все, хочется спать. Давай.